Армения впервые не приедет на заседание Совета Организации Договора коллективной безопасности. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян сказал в разговоре с президентом Беларуси Лукашенко, сообщает пресс-служба правительства. В Кремле уже отреагировали на отказ Еревана. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов, а ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность. Заседание ОДКБ пройдет 23 ноября в столице Беларуси, Минске. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. С 2009 года Армения ни разу не пропускала сессии. Как известно, в последнее время отношения между Москвой и Ереваном ухудшились. Официальные представители выступали с резкими заявлениями. Ранее Пашинян проигнорировал заседание Совета глав государств СНГ 13 октября по причине ряда обстоятельств. А в октябре Армения утвердила Римский устав. Теперь власти страны должны будут задержать диктатора Путина, если он прибудет в страну.